самый разгар вечеринки на танцпол, где зажигали посетители клуба, внезапно хлынула горячая вода. Трубу прорвало, давление, кипяток вот отсюда вот началось, и все залило это кипятком. На записи камер наружного наблюдения отчетливо видно, как со стороны парковки к зданию дискотеки подплывает облако пара, а вслед за ним движется поток воды, которая вскоре затопит весь клуб. Вода начала подниматься с гримерки, то есть всю гримерку затопила, вода поднялась до столов нижних, затопила все нижние диваны, весь основной зал. То есть это покрытие вот так вот по колено сперва. И потом она все быстрее и быстрее начала, сейчас затопила по лестнице. Неожиданный спецэффект, так решили разгоряченные посетители. Когда пар начал обжигать, стало не до веселья. Десятки людей бросились к выходу. Началась паника и давка. Первыми к ночному клубу «Голд» прибыли спасатели. Тех, кто не успел выбежать на улицу, поначалу пришлось выносить на руках. Чтобы ускорить эвакуацию, из кресел и диванов соорудили импровизированные мостики. По ним, неуверенно ступая, выбирались последние посетители. К этому времени ночной клуб больше походил на финскую сауну. Что там? Да, труба? Это вот в смысле канализационная или как? Нет, это труба отопления. Кипяток. Да, вот много добыл. Много. Полный зал. Не обошлось без пострадавших. В неразберихе и толчее пятерых человек столкнули прямо в кипяток. С ожогами первой и второй степени их доставили в больницы города. Пострадавших нету, всех вынесли. То есть все это самое, доставлено в скорую помощь. Горячая вода залила и всю прилегающую автостоянку. Владельцам машин, только что спасшимся от потопа в клубе, снова приходится вступать в борьбу с водной стихией. Воды вот до сюда мне доливалось, труба вся. Галюня, вы не проедете! Я думал, заглохну. Ничего, мы эту девчонку вытащили там. Девчонку в скорую отпускали? Девчонку, да, сразу туда, в эту, в скорую. То есть она в воде была? Она в воде, у нее все ноги обожжены были.